Мобильное приложение Фортебизнес не перестает нас удивлять. Мобильное приложение Фортебизнес. Подключайся к нам, дай 5. Открывай свои счета онлайн, мгновенно делай перевод. Время экономии, успевай. Фортебизнес для удобств. Фортебизнес. Приложение для движений. Счет для бизнеса за 5 минут онлайн. Алькарас, Медведев, Циципас, Рублев, Синер, Джокович. Нет, это не Grand Slam, это ATP 500 Astana Open. И далеко не весь список топовых теннисистов мира, за которыми в ближайшую неделю будут наблюдать жители и гости столицы Казахстана. Впервые Астана принимала ATP 250 в 2020-м, в год пандемии. Тогда теннисные соревнования отменялись одни за другими, а матчи прошли без зрителей. Свой первый титул здесь завоевал австралиец Джон Милман. Год назад также первую победу в туре одержал корейский теннисист Кун Ву Свон. Всего теннисный сезон включает 4 турнира «Большого шлема», 9 мастерсов и 13 турниров ATP 500. Астана Open в календаре значился в категории 250, но в итоге ATP 500 был перенесен сюда из Пекина. The biggest reason and the most obvious reason is the last 2 years. 2 years ago, when we hosted the first event, everybody was excited to have the event, and the event went as well as it could go, especially in those times with the pandemic going on. And the team here really did such a great job that the players really appreciated it, and they were talking about it, and the rumor just went around that Astana is a great place to go. This year is just a huge step forward. There's no other tournament deserving it better than the Astana Open, but it's a huge step forward, not only in terms of player field, but also in terms of having crowd. Finally, we have the fans on site. На самом деле трибуны уже наполовину заполнились во время матчей квалификации, и на сегодняшний день практически не осталось билетов на встречи основной сетки. Казахстанцы Расланбек Айткулов, Денис Евсеев и Григорий Ломакин не смогли пройти дальше первого раунда квалификации. Все трое уступили в двухсетовых матчах. Лишь только Александру Недовесову удалось в непростом противостоянии победить 69-ю ракетку мира Даниэля Элая Галана в 3 сетах и пройти дальше. Но основных достижений казахстанцы ждут от него в парном турнире с Андреем Голубевым. Турнир очень сильный. Тут мы не ожидаем, что будут какие-то проходные раунды, слабые соперники. Тут надо выкладываться на все 100. Да, тем более мы играем дома, тем более нас будут болельщики поддерживать и так далее. На самом деле, только сегодня пришел на центральный корт, увидел наквал, очень много людей, я так немного опешил. Вот. Спасибо, что они остались, посмотрели, дождались до 4-го запуска. В первый день квалификации состоялась жеребьевка основной сетки. В церемонии приняли участие второй сеянный турнира Даниил Медведев и казахстанец Бейбут Жукаев, получивший путевку после победы на чемпионате Казахстана. В первом туре он сыграет с первой ракеткой Нидерландов. Александр Бублик будет противостоять другому нидерландцу Талану Грикспуру. Также уайлдкарт в основную сетку получил Михаил Кукушкин. Он сыграет со Стефаносом Циципасом, третьей ракеткой турнира. Так выглядит сетка турнира по итогам жеребьевки. Первый сеянный Карлос Алькарас встретится с другим 19-летним теннисистом Руне Хольгером, а Феликс Ожелье Сим с Роберто Баутиста Агутом. Ну, жеребьевка была ожидаема такая очень жесткая, да, то есть мы посмотрели, там нет проходных соперников, от слова совсем. Не просто будет нашим ребятам. Ну, посмотрим, будем болеть за наших. Я уверен, что ребята хорошо подойдут. В принципе, все в хорошей форме. Если говорить про Александра Бублика, он провел хороший турнир в целом в Глазго. С сильными соперниками играл, мог выигрывать каждого. В принципе, обыграл топ-10 игрока. Готов, настроен, сказал, дома будет максимальный результат показывать. Вот и завершился первый день турнира. Главные баталии Астана Open еще впереди. Неделю большого тенниса в столице можно считать открытой.